Пятый год подряд комиссия по работе с молодежью правком РФИАЦНЕФ проводит благотворительную акцию «Новогодняя сказка для воспитанников детских домов». В этом году мы работаем с Богоявленским детским домом, получили письма от воспитанников, и также от детей Центра социальной помощи семье и детям города Сарова, так называемый «теплый дом». В штабе правкома уже лежит 40 писем. Все они разные. Кто-то хочет в подарок получить игрушечный шуруповерт, кто-то конструктор, а кому-то и вовсе любой подарок будет в радость. Подари мне, пожалуйста, пастель для рисования и альбом. Я обещаю вести себя хорошо. С Новым годом! Жду тебя в гости. Каждый год ребята из правкома стараются рассмотреть те детские дома, куда меньше всего ездили молодежные комиссии подразделений. Активисты хотят, чтобы каждый ребенок почувствовал себя счастливым в этот волшебный праздник. Профсоюзная организация активно поддерживает детские дома, и многие молодежные комиссии правкомов подразделений ядерного центра берут шефство над детскими домами и в течение года, независимо от акции, им всячески помогают. И эта акция, она является таким финальным уже аккордом под конец года в качестве поздравления детей уже с Новым годом. Стать Дедом Морозом может любой желающий до 25 декабря. Достаточно просто прийти в штаб правкома на улицу Куйбышева, дом 14, комната 108. Снять с елочки письмо, прочитать его и подарить ребенку мечту. Более подробную информацию можно получить по телефонам 49 108 или 8 987 753 50 54. Ирина Вышегородцева, Андрей Махмудов, Сергей Рябов. Служба новостей Саров 24.